движуха. Такие все еще бодренькие, свеженькие, выделываются. А ну, слабо повторяй. Что не сделают люди на камеру, а? Ничего сложного нет. Вообще, ну там хули. Просто перенести надо переднее колесо. Не, ну твой пируэт был сложен, я даже не знаю. Ну типа я чуть-чуть сзади остался. Когда долго не катаешься, типа мозгами ты понимаешь, как это делать, и начинаешь делать, а руки не успевают за. Страшнее, когда мозги не успевают за руками, знаешь, иногда. Thank you.
выбрасываю. Вот это уже наш санёк. О! Изи-пизи. Просто на легкие. Вообще просто как ракета, блин. Где горка? Какая горка? Сидит, говорит, сейчас начнет ныть, а я уже завел мотоцикл. Так он тебя мотивирует, что ты, блин, правильно делаешь. Понарывали, блин. Скинул газ вообще.
Вот это красиво, со спецэффектами. Кстати, сейчас Саня едет, я предлагаю чуть-чуть отъехать. Стой! Все. Мы его потеряли. Немножко упало тут веточек. Потерял момент. И все. Ну, нельзя терять момент. Вот это я дал. Что-то мало раскудал. Перебор, блин. Вот,
Китай, сила! О, сейчас будет курва, курва будет, давай! Красава! У тебя борода! Ну, глянь, курву не сделал, а прям читалось уже, да? Прям слышалось, как газ он закусил. Да. Так, курва номер два. Контент. А что там суд целое? Артем не целый. Он плачет просто. Не малый, стань с колен, ты Аллах Акбар. Все. Я подивлюсь на этого неумельца, який не може на горку заїхати тяти. Я де, як боль тяне. Тяне. А у нас просто нету пісчаних горок там. Та у вас там вообще, блядь, деревянна. Деревянный поддон и одно колесо. Один на всех и очередь на 3 часа. Так, судя по тому, как он заезжает, то видно. То просто хускварну тяжелую продали. Дима, ты на Хонде краще ездишь? Давай. Чуть не повторил, ты видел? Да, я думал, сейчас такая же хуйня. Парковщики. Вы, блядь, горизонтальные парковщики. Лесенка, блядь. Пинь-пинь-пинь. Что ты, помогти, чи ты мужик? Ого, как ты. Дим, ты помогти, чи ты мужик? Да спустись и заедь нормально, блядь, как пацан. Да. Опа-опа. Держи. Припарковал. Парковка мастер. Второму дереву по центру. Да не показывай ему Chicken Way, блядь, хай едет как мужик. Одновременно тупо, оп. Держи его, блядь. Это понял, сработало ЕМП, у них одновременно заглохли его. Адский геймер же. Артемка, ты же не хочешь тебя гора, чтобы твоя честь была названа? Она уже полубледного гора, блин, стала. Полубледного? Полубледного. На. Я ему сегодня в аптеке предлагал гематогенку. Когда бледного сделали, там гемоглобинка была, гематогенка. Какие мы все мудаки, блядь, сидим тут на горе, блядь, и ржем, блядь. А ну скажи, как ты не ржешь. Тём! Помочь? Поднять. Не, нормально. Невозможно. Есть. Держи!
расслабил булки. Недооценил. Хорош. Тринадцатый спуск.
Опять зараза не перепрыгнул. Вкусная рыганина, прекрасно.
Ух. Очень красиво. Вот и вот это тропинки, было. Просто мой уровень вообще. Это я, конечно. Блять, туристы идут. Не знаю, никого подстрелил. О, смотрите, этот орел валяется. Да, птица какая-то валяется. Ништяк. Ништяк. А ты кажеш, пустися не може, люди виїжджають. Знаєте, як ведмедь. Красавчик! Еще разок. А что ж так? Давай заезжай, что ты прикалываешь. Yeah.
що тут, щось є цікавеньке? А? Щось є цікавеньке? Про що сидиш? Это уже становится классно. Как объехать? Давай по новой, Миша. Давай по новой. У тебя маленькая, смотри как. Ты ее, да, как родную. Оу, бля. Саня, ты вовремя. Каскадер был только что. Так, порядок. Ты смотри, что ты там начал. Сцепление в гайке. Я, блядь, газую, она вообще не едет. Вот там, короче, говорят, объехать можно. Як лице? Так а я що? Я тут що був чи що? Отут і ми не були. Ми на тій горці тільки ж доїхали. Що, що там з прыжком, де ви і не під'їжджали до неї? Степі точно не пизда. Бачив? Просто відкрив, боявся ручку надавить, блядь. Думаю, я тут газ проплачений, блядь. Треба по талонам получати його, блядь. Блять! Я так побіг до.